Всем привет! Вы на канале Денис ТВ. И сегодня я приехал в Приокский террасный заповедник. Надеюсь, вам понравится мое видео. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Ну что, пойдемте. Так, друзья, мы въезжаем в заповедник. Посмотрите, как красиво. Здесь только зелени. Какие-то площадки интересные. Странно вот стоят здесь. Ой, какой интересный забор. Не знаю, вам видно, не видно. Так интересно. Парковка вот здесь вот есть. Итак, друзья, мы припарковались. Сейчас мы пойдем покупать билеты и начнется экскурсия по заповеднику. Не переключайтесь, думаю, будет очень интересно. Итак, друзья, купили два билета. Один билет стоит 400 рублей. Вот такие красивые билеты. Итак, друзья, мы зашли в заповедник. Сейчас, возможно, увидим зубра. Если увидим, покажу, не увидит, не покажу. Вот, экскурсия, наверное, будет очень короткая. Друзья, посмотрите, он зубр ветку кушает. Обратно мы пойдем этой же дорогой. Взрослый зубр. Будем надеяться, что вдруг они поменяют место дислокации. Друзья, вот еще зубры. Семейка. Куда пошла? Вот еще зубр, друзья. Посмотрите, это девочка. Гуляет. Вот, друзья. Смотрите, отдыхает зубр. Друзья, посмотрите, целая семейка, еще одна. Ой, какой классный. Какой большой, охренеть. Кушает травку. Они травоядные. Там вот еще вот есть. Он вон идет. Кушает. Такой прикольный. Друзья, хочу вот еще раз показать вам. Посмотрите, какая большая семья. Вот, видите? Это самец. Это вот большой самец. Там вот детеныш, наверное, ходит. Вот, видите, вот. О, какой большой. Охренеть. Это мамаша, наверное. Поменьше. Охренеть. Офигеть просто. Представляете, зубры ходят. Вообще. Друзья, посмотрите, Августин встал. Вот который лежал, вот вы видели, а вот сейчас он встал. О, вот смотрит. Августин. Мальчик. Какой классный. Мальчик. Да, это еще не очень большой. Это вот Августин, все вам показываю, Августина. В этой семье самца звать Муфел. Муфел. Кажется, это вот он. Это вот он, кажется, вот этот вот Муфел. Ой, какой большой, посмотрите-ка. Посмотрите, Августин вас дождался, встал, попозировал,
Охренеть, охренеть. Что-то с камерами. Он фокусируется. Это детеныш. Это вот мофил. Друзья, друзья, в этом вольере живут вот маленькие зубрята, а это вот с жопой мама стоит. Вот мама пошла. А это вот один зубренок и там вот второй зубренок. Мама делает свои дела туалетные. Так что мы пойдем дальше. Друзья, это зубр. Вот, пришел водички попить. Вот стоит водички. Охренеть. Водичку пьешь? Угу. Охренеть, зубр. Он повыше. Какой-то большой. Милый. Я типа симпатичный. Милый. Так трясутся, как моя крольчиха. Трясется? Угу. Какой классный, видишь, да? Смешно. Так и хочется потрогать вот так. Скажи мне, тебя тоже хочется потрогать. Только рогами, да? Всяко разные ногами. Какой большой. Стал такой. Сейчас пойдет. Сразу за скромницу, за отворачивается. Скромный. Да, такой. Слушай, такой печененько, потому что стрижи. А может, стригут их? Вау! Спасибо, спасибо. Сколько в нем весу? Все, да ну вас, говорю. Друзья, посмотрите, безумно. У него тоже огромный загон. Вот случайно совпало наше присутствие. И он подошел. Такой большой. Все-таки уважил. О, вау. И какой крупный. Вообще. Итак, вы пока смотрите и фотографируете, а я буду про них рассказывать. Да. Вы в состоянии слушать? Да. Итак, мы с вами пришли на зубровый питомник, и вдруг здесь бизон. А при чем тут бизон? Дело в том, что зубры и бизоны очень близкие родственники, у них очень много общего. Биология, поведение, характер, физиология, внешний вид, но все-таки они разные виды. И отличия имеют. Самое главное отличие в том, что они никогда вместе на одном континенте не обитали. Зубры – наше европейское лесное животное, а бизоны – североамериканское степное животное. Североамериканское. Пожалуйста, если мне компьютер ставить, он сразу зависит. Но пока перезагрузка, понедельник, на работу. В общем, друзья, вот такой красивый бизон. Я, пожалуйста, прошу паузу. Кушает травку, а мы идем дальше. А это самый главный бизон. Вот еще раз покажу вам бизона. Посмотрите, какой он интересный. Но по массе примерно... Вообще, какой огромный, вообще, какой огромный. Охренеть, охренеть. Друзья, а это вот семья бизона. Вот они отдыхают. Друзья, это маленький бизончик отдыхает.